Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A05s, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Общие настройки». Здесь мы выбираем «Сброс», и здесь мы выбираем «Сброс», Мы переходим в приложение, в раздел «Приложения», и здесь нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Далее выбираем «Сбросить настройки» и нажимаем «Сброс». На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Thank you.